Все новости 24 марта 2018 года, 16 часов 25 минут. Хоккей, НХЛ. Нападающий клуба Нью-Джерси Девилс Тейлор Холл поделился мнением о шансах клуба на плей-офф. На данный момент команда находится в пределах зоны плей-офф. Считается, что у нас нет ни малейшего шанса на выход в плей-офф, ни малейшего. О нас не вспоминают, когда рассуждают о раскладе сил перед плей-офф, нас не уважают в лиге, а мы выиграли 4 матча из 6 на выезде. Мы не очень хорошо выглядим на своем льду. Хочу верить, что мы сможем воспользоваться результатами удачного выезда и изменим эту ситуацию, мы же дома проводим 6 матчей из последних 8. Надо воспользоваться этим, цитирует Холл официальный сайт лиги. Холл стал первым игроком Нью-Джерси после Ковальчука, набравшим 80 очков. Источник, официальный сайт НХЛ, русская версия, сообщить об ошибке, комментарии 0, 24 марта 2018 года.